Миш, взял за ручку и вперед! Слава Богу, вы пришли! Добрый вечер! Присаживайтесь. Вы смотрите ТВ-33, первый ясновидческий. И в эфире шоу «Вечерний скептик», где мы разоблачаем шарлатанов, которые дурачат обыкновенных людей. Итак, сегодня у нас в гостях человек, который, по его словам, является народным ясновидцем, целителем, знахарем. Итак, Вячеслав Мокроусов. В народе более известный как... Мокрый ус. Мокрый ус. Ну что ж, сегодня я выведу вас на чистую воду. Вы утверждаете, что умеете гадать по гитаре. Скажите, что вы можете сказать про эту девушку по ее гитаре? У этой девушки изящный гриф. Подождите, обычно вы играете на гитаре, держите, и при этом предсказываете будущее. Вот скажите, у меня есть мечта, я хочу поехать на море, ну, на Мальдивы. Скажите, когда-нибудь это произойдет? Черное море ждет тебя. Я поняла. Поняла. Спасибо большое. Ну, сейчас самое сложное, самое серьезное испытание. Очередь, в которую встает этот человек, всегда движется медленнее другой. Хулиганы всегда писают только на его этаже. А когда он покупает вещь, на следующий день на нее появляется 70% скидка. Как вы понимаете, на этом человеке сильнейшая порча. Вы можете использовать любые магические ингредиенты. Снимите порчу с этого человека! Что вы сейчас делаете? Вы мне мешаете, сударь! Слава Богу, ты пришел! В пятницу в 22:00. Юмор на СТС.